Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Премьера нового российского сериала «Полет» состоится 25 января 2021 года на телеканале ТНТ 21.00. По сюжету главные герои сериала – это сотрудники юридического отдела столичной строительной фирмы. Их отправляют в командировку в Пермь, где они будут делиться своим опытом с коллегами, работающими в местном филиале. Но практически сразу в начале поездки группу преследуют неприятности. Секретарь, которая занималась подготовкой поездки, не проверила купленные в интернете билеты на самолет. В итоге специалисты оказываются не в том аэропорту, из которого должен был вылет состояться. В результате они до вечера сидели в терминале, чтобы дождаться следующего рейса. Во время ожидания они видят на большом экране в зале страшные новости. Оказывается, что тот самолет, на котором они должны были лететь, потерпел катастрофу сразу же на взлете. Чуть позже эксперты озвучат, что причиной были технические неполадки. У всех по вполне понятным причинам был шок. После такого стресса из-за близкого дыхания смерти, которое они ощутили на себе, все главные герои начинают размышлять о смысле жизни и совсем по-другому воспринимать свое прошлое и настоящее. Чудом выжившие начинают вести себя очень странно. Спортсмен Дмитрий начинает беспробудно пить, а робкий Илюша уходит в разнос. А неприятный Жабенко, наоборот, становится очень добрым и сочувствующим человеком. В каждой серии будет рассказана история одного из героев, которых объединила катастрофа. Неожиданные перемены настораживают их незнакомых, но никто даже не догадывается, какую зловещую тайну все они скрывают.